Сегодня появились данные о гибели главаря Талибана. Ахтар Мансур был тяжело ранен во время перестрелки с другими боевиками на территории Пакистана. От полученных ран он скончался. Новость появилась в личном блоге пресс-секретаря вице-президента Афганистана. Подтвердить ее не удалось. Секретарь не отвечает на запросы журналистов. При этом боевики настаивают, Ахтар Мансур жив. Он стал во главе экстремистской организации всего несколько месяцев назад. Стоит отметить, что после этого среди полевых командиров произошел раскол. Некоторые отказались признавать нового главаря и долго скрывали смерть предыдущего. Спасибо.